Как все успевать? Знаете, чтобы все успевать, нужно понять, что вы хотите успеть, и из этого выкинуть то, что не является вашим. Потому что люди не успевают не потому, что у них мало времени, а потому что слишком много придуманных дел. Поэтому первое, что сделайте, это задумайтесь, а какие дела настоящие, по-настоящему ваши. Вот то, что нужно именно вам, вам как человеку, как личности. Вы знаете, если вы проанализируете все свои дела и нечего будет выкинуть, вы плохо проанализировали. А выделите тогда что-то самое важное, самое приоритетное. Потому что закон такой, что если мы решаем какие-то самые важные задачи, остальные как бы решаются сами собой. Поэтому выделите какие-то свои приоритеты. А третье, что я хочу вам сказать, знаете, вставайте пораньше. Ну, потому что тот, кто рано встает, тому Бог дает. Вы же знаете эту поговорку. Сама природа, сам космос, Вселенная, высшая сила жизни поддерживает человека, кто рано встает, вместе с Солнцем. Потому что Солнце несет энергию жизни. Но для того, чтобы вставать рано, нужно ложиться пораньше. Ночь предназначена для отдыха, для восстановления сил. Поэтому живите в соответствии с биоритмами Вселенной, и вы будете всегда наполнены энергией.